должны эту работу завершить, потому что, не дай бог, сезон, курортный сезон, когда начнут приезжать нам гости, и окажется так, что их будут не заселять, и куда-то переводят другие средства размещения, конечно, это будет очень негативно сказано на нашем курорте, и этого просто допустить невозможно. Мы прикладываем огромные усилия в этом направлении, на самом деле, в ежедневном режиме. За этот год нами проделана большая работа. На 1 июля 2014 года было всего 364 предприятия для классифицирования. На сегодняшний день у нас уже 653 предприятия. И вот буквально за этот год, до этого было 60 предприятий проклассифицировано, и вот за этот год буквально мы отработали, что их 388 объектов. Я уже говорила, да, что у нас сколько, 146 предприятий, они в работе находятся. Там осталось 100 с лишним предприятий.